Нихуя жестко. Соса, телес, блядь. Меня боты. Секретная зона. Перезаряжаю. Беру таблетки. Да что нахуй? Сука, ёбаный. Я вообще нихуя не сделал в этом раунде. Вообще ничего, блядь. Что с какой сасас? Ну. Перезаряжаю. Ебать. Ну да блин, ты сонёс. Сонёчие. Бежи, блядь. Ну, у тебя такой возможно. Это пиздец. Эй, осторожно. Бежи, блядь. Как я никого вообще не задел? Как? Блять, папа гнать, походу, надо, блядь. Что там, Гринч? Не надо меня гнать. Я проверю. Зачем ты меня гнать? За да что? Чувак, мы, возможно, друга ждем, если. А, хорошо, я могу выйти. Если... И нет, ты. Так что. Мужичок, успокойся. Пойдет, хуяк, блядь. Мужичок, блядь, мой в диве в рот не влезет, блядь, хорошо. Как скажешь. На газетах стоит, его не ебажат. Окей. Вау. Это он бумаги, блядь. Задницу, наверное, больно такой хуйню потирать будет. Нихуя себе. Нихуя себе. Вот это да. Микки Кола. Почему бы не дать, блядь, таблетки нашему типу? Никакой взаимовыручки. Просто нахуй надо. Ну кинь пайпу, мужик, блядь. Две пайпы есть, они вообще ничего не делают. Они специально такой хуйней занимаются, у них челлендж какой-то. Может, они ментально, блядь, сказать, у них ментальные какие-то проблемы. Я дико извиняюсь, если у них синдром какой-то. Синдром, блядь, неиспользования ютилити в игре, нахуй. Ебаш, таблетки, убегай, нахуй, ник, просто хуяк таблетки. А куда ты не успел самодельную бомбу кинуть? Пайпу. Ёб твою мать. Как? Как? Ну как это происходит, блядь? Я ебашу просто в два человека, нахуй, никому не попал. Как? Ну вот тебе делать нехуй. Лишь бы выебнуться, а? Я не знаю, мне кажется, это просто показушка чисто ебучая. Вонючая, блядь. Камила, а где Камила? Где Камила? Ну же, Камила! Бля. Дальний плевок, бля, я не могу ничего сказать. Как надо так плюнуть, чтобы ни по кому нахуй не попасть? Я не хочу быть сыном Бет. Почему нет? У меня мама злая. Осторожно. Да папа добрый. Не, папа красавчик. Ну вот видите, я лучше в детдоме буду жить, чем в семье. Да я с матерью твоей разведусь, блядь. И будем нормально жить вдвоем. А, ну за. Он тоже развод хочет. Как все прекрасно складывается. Меня курят. Два курильщика, ебать. Два курильщика. Помогите! Блять. Антиприклад, да, я понимаю. Да нахуй тебе этот стул сдался, блять. Зачем тебе обратно-то? Так мы не выбиваем. А, вот зачем. Тогда понятно. Петручи, я бегу. Бля, все, назад, нахуй, назад, я вызвал все. Ё-моё, блядь. Конечно, вызвал. Пиздос. Помогите! Нет! Блядь, меня курят. Ну все, пиздос.
Ничего, крошка отомстит за своего отца. Охуенное кино получается. Индийское. В индийском кино черный человек усатый бы не умер. Я бы отбил нахуй Хантера сам, блядь. Иисусик. Мне помог твой друг дядя мексиканец. Помочил меня оборачивать настоящие мужские усы. Не знал, что Пабло не бросит моего сына. Давай, Элис, отстрели его, блядь. Еще чуть-чуть. Блядь. Как так ты нахуй? По-моему, нам пизда, как только мы выйдем отсюда. Ну, не думаю. Но сначала мы станцуем танец слоник. Should I call you mister? Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are a transgender. Не надо трахать мою аватарку, мужик. Не стоит этого делать. Ну что это за гей-порно какое-то? Гей-порно с твоей матерью. Очень странно. А у меня мама мужчина? Получается, да. Тогда я не понимаю, почему она против нас? Потому что она пидорас, а не гей. А запретная зона, блядь. Не-не-не, в убежище не сможет. Держи их, блядь! Не дай им войти! Стоять, лежать на полу. Да похуй, закрывай! Прям перед дверью умирает перед ним его друг, он ничего с этим не сделал. Что за человек? Это всего лишь игра, мог бы и попробовать. Чё ты это вообще чат написал? Бля, это так шикарно, я все четырех ни в кого не попал, бля, тип нахуй мимо. Пизду машину, блять, куда он ее выкинул? Вот и нет машины. Бейте меня нахуй. Ребята, застрелите меня. Давай. Спасибо большое. Да возьми нормальное оружие, он пистолет бегает. Пизда. Тём, закрывай нахуй. Не отстреливайтесь, примите свою судьбу. Нас уже бросили? Ребят, вернитесь. Да мне похуй, я не хочу умирать. Ребята, вернитесь, пожалуйста. Сейчас придём. Погнали назад. Пизда. Мы не можем его бросить. Бля, уезжайте нахуй.